Ох, ребята, свидетели, я это затеял. Жидомасонский заговор, знаете. Компания «Они по ним» порабощает людей, работает. За нами наблюдают черные вертолеты. Черные вертолеты, они в сумерках прилетают к тем, кто узнает правду. Поэтому не советую вам расшифровывать послания, зашифрованные этой выставкой, этим спектаклем. Если вы узнаете правду, черные вертолеты знают, куда лететь. А я им наклею стрелку. Зоя! Гармония была. Ну какая разница? Пока что мы ее тем подключил. Слышь, это твоя маска. Это моя. Ну Паша меня заберет. Ты еще рад. Это моя подумка. Волосам все это знаю. Блин, начни расходы. Там же еще пиалы найти. Помните? Пена? Чашки, пиалы. Сейчас найду. Нога. Че? Подключишься. Зум? А ты настроен? Нет, я к тебе, просто к себе. Тут у меня какая-то хуйня. Хотим пространство, творческие мастерские, с Trailheads и различными организациями, не государственными, снять огромное помещение. Вот, и сейчас это следующий шаг к продвижению вот того искусства, которое мы хотим в себе нести. Обязательно. Адепты, чертовы твари по местам! Семен! Господа, начнем наше био-шок-шоу! Раз.
Независимое творческое объединение «Фаталист» приветствует вас. Я хочу, чтобы эти мои слова возымели силу и действие, потому что все, что я делаю, правильно. Я хочу, чтобы эти мои слова возымели силу и действие, потому что все, что я делаю, правильно. Я хочу, чтобы эти мои слова возымели силу и действие, потому что все, что я делаю, правильно. Я хочу, чтобы эти мои слова возымели силу и действие, потому что все, что я делаю, правильно. Я хочу, чтобы эти мои слова возымели силу и действие, потому что все, что я делаю, правильно. Я хочу, чтобы эти мои слова возымели действие и силу, потому что все, что я делаю, правильно. Я хочу, чтобы до людей дошел смысл этого имеющегося. Я хочу, чтобы этот манифест не превратился во лжбу. Мое творчество для меня — это внутреннее разногласие. Мое творчество и моя жизнь для меня едины. Я хочу от моего творчества переживания личного уникального опыта. Я хочу переноса внутреннего искусства в искусство внешнее. Мое творчество для меня психоанализ. Я хочу, чтобы мое творчество удовлетворяло аппетиты моего эгоизма. И пусть будет, да будет, да будет. Эти мои слова возымеют силу и действие, потому что все, что я делаю, правильно. Эти мои слова возымеют силу и действие, потому что все, что я делаю, правильно. Эти мои слова возымеют силу и действие, потому что все, что я делаю правильно. Я хочу сказать своим творчеством о том, что искусство и любовь, о том, что искусство и любовь неразделимы. Они созидательны и направлены на перспективу бытия. О чувственных моментах и искренних чувств, создавая работы свои, вкладываю часть времени прожитых, впитывавших в себя. Далее, прерывая разнообразными нотками произведения мысли и фантазии, и да будет так! Чего? И да будет так! Все, что я делаю во имя любви, и пусть будет! Да будет так! Все, что я делаю во имя любви, и пусть будет! Да будет так! Все, что я делаю, только во имя любви, и пусть будет! Смеяться так уж на плевоты, эйфорировать до оргазма, печаль, радость, до отчаяния, иступление, для апогея личности во всех проявлениях. Неосознанные стихи о великом, вечном, о богах, потустороннем, напыщенном, огромном. Жизнь, творчество — это любовь, невозможная в разумной пустоте.
Пусть будет постоянная кульминация, наполненность, стресс, истерика, кайф, горечь. Мое творение – это любовь. Любовь – это остановка мысли. Я хочу, чтобы эти мои слова зазвенели силу и действие, потому что все, что я делаю правильно. Да, будет! Да, будет! Да, будет! Thank you.
театральную сценическое чтение Игорь Федорович Светов. 100 лет одиночества. Напроломное лето мое, однофамильное, одноименное, губы в трубочку, нить в иголочку. А сорочинская ярмарка заскорузло любили и осмело горевали. Раскрашивали домики в нетрезвые красочки. Прошу прощения, не пошло. Сейчас я буду мучить всех. Лучше уступлю место следующему артисту. Да ладно, я фонарик включу. Ну ладно, давайте еще раз и после. А сейчас же. Еще там всякое бывает, да? Ничего страшного. У нас не было этих песен. И будет целебный хлеб! Словно нипочем, словно многоточие, и напроломное лето мое, однофамильное, одноименное, губы в трубочку. Нить в иголочку, не жизнь, а сорочинская ярмарка заскалузло любили и осенело горевали, отбрасывали вверх догорелую искорку, раскрашивая домики в нетрезвые красочки. Назывались груздями, полезали в кузова, ужидали по мирам, словно вши по затылкам. Триумфально кощевали по невыпитым стаканам, по натрушенным умам, по испуганным телам. Пузырились стопкой мелочи в оттопыренных карманах деревянных пиджаков, кипучие, могучие, никем непобедимые, словно обожженные богами горшки, а за спинами таились лыжи в синях, салазки,
Сказки! Сказки! Арабески! На седьмой день ему все статистило. Пускай все бурно расцветает кишками наружу. На север, на запад, на юг, на восток. Пусть будет внезапно. Пусть будет неслыханно. Пусть прямо из глотки. Пусть прямо из зеркала. Безобразно рванет из-под кожи древесно-мясными волокнами моя самовольная вздорная радость, чудовищная весна, чтоб клевать пучеглазое зерно на закате, сломать неудержимые ладони на заре. Топни ногою, и вылетят нахуй все стекла и двери, глаза, вилки, ложки и складные карманные ножички. Еще одна свирепая история любви, грустная сказочка про свинью-копилку. Развеселый анекдотец про то, как Свидригайлов собирался в Америку. Везучий, как зеркало, отразившее пожар. Долгожданный, как полнолуние, потно зажатое в кулаке. Занимательный, словно змеиное колечко. Единственный, словно вскользь брошенное словечко. Замечательный, словно 100 добровольных лет одиночество. Прошу извинить, будет место разминки. Еще не разогреешь, но впереди ждет много потрясающего, обещаю. И на факультете демонологии время года открытых дверей. С мертвецами отношения неясные. С такими, знаете, самостоятельными решительными. Мы все время остаемся опасными, да и реальными. Ловушками. Последнего моего головы. Разрубленные на части человеческим отчаянием. Если ты меня узнаешь, если ты меня найдешь. Хочешь, приходи голая, ложись на кровать, да по-взрослому. Приходи с опалками, с комарами. Последний капли души из этого алхимического выжимать. Не бросай меня. Ты строишь нам дом, или мне его строить уже начать? Чтобы ты можешь мне не нажать. Только не зови меня. Я разрушу нам еще пару стадионов, заброшу, лесами обсажу. Или дом в глуши, или машину с горой бухла, и конопной, разумеется, все поле. И грибы по осени, и кокаиновые плантации. Чтобы таинственнее прятаться, интереснее встречаться, перекличке с плеером, холодные пальчики греть. Я продолжаю все это терпеть и постоянно думаю, что одеть. Я одеваю одно и то же. Жду велосипеда как спасение. Злюсь, не пью почти, не курю. Ужасно всех люблю.
Иногда вижу тебя на улице. Не удивляюсь. Не подхожу. Как у комитета охраны тепла. Не подходи. Это не я. Не ходи за порог. Это темный полог волшебства. Это та сторона, за которой никто, никого, никогда. Картошка скурвилась, редис потускнел, мох осел, лук поредел, чеснок обиделся. В магазин сходил, да? Вот, в пакете в магазин сходил. Ништячок. Вчера, прикинь, пацаны говорят, мол, на дело пойдешь. Я говорю, какое нахуй дело? У меня дома стынет, коньки, лыжи осваиваю, копаю, сажаю, удобряю, огород возделываю. Мне, говорю, ваши дела, говорю, нахуй не нужны. Я вчера в магазин сходил. Да вон в пакете. Ништячок. Сулейман, иди нахуй, раб хуев. Да все нормально, все хорошо. Дешево как-то, да похуй. Ну не сегодня, блядь, завтра сказал, выкуплю я этот хуев участок. Блядь, да я вам 100 раз уже говорил.
выкуплю, блядь, ждите, суки! Магазин сходил. Да вон. Пакетик. Сядьте, пожалуйста. Ништячок. Блять, что в пакете? Деньги? Нет. Вафли? Нет. Черемша? Нет. Мох? Нет. Сало? Нет. Сапоги? Нет. Шар? Нет. Поток? Нет. Молекулы? Нет. Кутикулы? Нет. Мох? Нет. Кочевники? Нет. Я раньше овец пас, и все время они у меня за спиной что-то шептали. Так. С краю муха слышал что-то про деньги. Так. И про Северный полюс. Так. Потом начали они у меня пропадать. Так. Одна за другой. Так. Зарплата за зарплатой. Так. Пенсия за пенсией. Так. То ли их сократили. Так. То ли спиздили. Так. То ли уволили. Так. То ли дефолт. Так. И бизнес у меня встал. Так. А хуй лег. Так. И я вместе с ним. Так. Ибо устал я в пакете жизни прожигать. Я как старая шуба в пакете вешу, так. И моль кормлю. Овец-то нету больше. Так. И с фермерством пришлось завязать и в пакет положить. Так. Ну моль-то нет. Вот шубу продаю. Не так. В пакете, конечно. А так-то оно раньше и было. Шубу в пакете, кроме денег. Так. И вот моль ела шубу. И в пакете вся. Моль, лом, мука в пакете. Так. Остатки прошлого, земледелия моего. И вот моль ела шубу. И в пакете вся. Лом, моль в пакете. Так. Остатки фермерства. Так. Земледелия моего. И вот моль ела шубу, и в пакете вся. Так. Лом, моль в пакете. Так. Все, что есть в пакете, жизнь. Остатки фермерства, земледелия моего. Так. И вот моль ела шубу, и в пакете вся. Так. Лом, моль в пакете. Так. А мой лицо мукой. А лом и шуба пусть останутся в прошлом. А мой лицо мукой. Красивая история. А лом и шуба пусть останутся в прошлом. В пакете. А мой лицо мукой. Пусть все останется в прошлом. В пакете. Красивая история. Красивая история. Красивая история. И лом. Посмотреть картины наших художников. А мы тут пока испекем вам колобка. Спечем.
Вселенная бесконечна, то значит и по всем законам логики могу перечислять я вечно названия планет, где существуют гномики, русалки, лешие, чебурашки, безглазые мартышки, телепаты, матрешки, гуманоиды, василиски и очень смелые кроты кастраты, мохнатые пупы на ножках, колючие, но ногтые шары, а безграничная свобода мыслей рождает новые миры. Так что же вылупится из яйца, еще не лето мальчизны? Ведь если у вселенной нет конца, то нет конца и вариантов жизни. Здравствуйте, мои драгоценные творения, мои чубы. Помните и чтите вечно вашего древнего пращура Чебурашку. Усилим мысли и воли, посещайте все самые дальние уголки нашей бесконечной вселенной. И всем существам, встретившимся вам на пути, дарите радость и свет. А на моей планете есть много разных времен года. И сегодня я прочитаю вам стихи о моем любимом времени года, о весне. Посмотрел на солнце и разомлел, потекла по лицу слюна блаженная. Вот наступил зимы предел, весна идет, ликует вся вселенная. В нашем парке появились мужчины, одетые в пальто на голое тело. Они ходят по лужам в сапогах из резины, пугать им старушек не надоело. Пищат коты, прося добавку секса, взлетают на деревья вверх за самками. Да, он слизывает с пола крохи кекса, его эстетика давно за рамками. Весна несется резво по планете, всем душевно больным теперь не до сна. Они плетут толстые, прочные плети, чтобы стягать ими себя. Так влияет весна. Адреналин подскочил, ударил в висок, тело пустилось в разодранный пляс, мышцы пронзил высоковольтный ток. Я полечу к весне, как с горы ананас. И следующее свое стихотворение я бы хотел прочитать тоже о ней. Я кричу весне: выходи, прогони эту злобную мару. Я готов помогать тебе, чтоб не сбылись ее кошмары. Я готов сожрать весь снег, что скопился на нашей крыше. Я готов писать на лед, и готовы помочь мне мыши. Все мы вместе растопим зиму, потечет она с глаз долой. Разорвем пасть мумаре, чтоб не слышать ее вой. Громадное солнце, великое, помоги растопить мне зиму. Включи свою яркость на максимум, пока не справится мне одному. Все мы вместе должны синхронно, одновременно подумать о лете. И тогда, должно быть скоро, мы услышим грозу на рассвете. Да, весна — это мое любимое время года. Но еще хорошее на втором месте время года — это лето. Летом тепло, светит солнце. Лето — это когда уже все давно распустилось, только остается наслаждаться красотой вокруг. Лето — это когда душа танцует drum and bass, а я иду и улыбаюсь, щипаю пальцами свой лейс, питать себя тепло стараюсь. Вокруг пространство, все мое, пойду туда, куда хочу. Лучи щекочет мне лицо, и я беззвучно хохочу.
Вот, наконец, настало лето. Могу купаться без трусов, ночами тусоваться где-то, роптать могу на комаров. Да, лето — это прекрасное время года, когда мы с друзьями много гуляем, танцуем, устраиваем на полянах пикники, разжигаем костры и иногда питаем свое тело и дух энергии процессом гигическим бега по углям. И следующее стихотворение об этом. Уже чертовски жжет мои ступни и пятки, врывается в голову смерч полыхающий, а я мчусь по углям до конца без оглядки. Хочу стать как огонь неунывающий. Хочется писать только чернилами красными, энергично, мощно, как электричка. Хочу, чтоб всегда мысли были ясными, и чтоб к красоте появилась привычка. Вчера присмотрел и купил я штаны ярко-красные. Буду бегать я в них до МКЦ и обратно. Недоуменно оглядываться будут люди разные, а я буду кричать: «Я живой!» трикратно. Лето — это прекрасное время года, но в обычные серые будни бывает и летом накапливается стресс, и тогда хочется просто распахнуть окно в ночь и надышаться досыта свежим прохладным летним воздухом. Распахнул окно, голова превращается в синий квадрат. Распахнул окно в ночь, ветром дышу. Пробежал по проспекту босоногий кострат, а я свои мысли после стресса сушу. Различаю в ночи стоны в подвале. Вылетают из окон пакеты с мусором. Хорошо, что соседи разум мой не украли, но мысли уже перемешаны с ужасом. Проползают медленно мимо трамваи, скребя брюхом городскую улицу. Трещат во дворе тугие сараи, периодически будет старую курицу. И я тогда смотрю все-таки, да, я забываю этот текст, потому что было мало репетиций. Пищат и скребутся под кроватью мыши. Прохладная ночь мозг будоражит. Трепещут, метаются антенны на крыше. Ветер беснуется, он не скоро спать ляжет. Мышцы деревьев на глазах костенеют, вплетаются в почву и тихо шипят. На стульях ночи тела чьи-то жиреют, и стулья под ними протяжно скулят. За окном растекается тревога беспочвенная, сердце стучит, словно бабочка в банке. И дверь в квартиру не такая уж прочная, и страх засочился, как жидкость из рамки. Интенсивнее гораздо процессы мыслительные. Такие вот ночи дают узнать очень многое. Повсюду засечь можно кадры пронзительные, а время такое непростительно долгое. Следующее стихотворение о главном спутнике современного человека, о тревоге. Пришел домой, тревога не ушла. Спокойствие таится где-то сзади. Сидит, наверное, в засаде, а в голове звенят колокола. Стоит растрепанная, нервная и дикая, и напряженно зырит центр головы моей. Проносится под скальпом тысячи коней, а время улетает быстро тикая. Сквозняк несется резкий во все стороны, и стен в квартире будто бы и нет. Слетает сверху на пол мой портрет, и стекла в окнах разбивают вороны. Да просто уже бесит все ужасно. Тупые и скучные умники вокруг, все будни состоящие из мук, а я тружусь, как муравей,
и все напрасно. А что, если я бессмертен? Что, если я бессмертен? Я тело потеряю, но дальше буду жить. Наверняка придется трудиться вновь, как лошадь, молиться всем достойным, летать, бегать и плыть. Тревога, хмурая, нервная, подарит. Секунда, вот это все вылезает. Мечтать о чем-то большем придется, кажись, вечно. Нирвана или келья не успокоит мысль. Через века, эпохи, жизнь вновь мыслью разбудит. И вновь заколыхается желание творить. Тревога, дура нервная, подарит мне энергию. Энергия погонит мои дела вперед. Помчусь легко и весело к мечте своей сказочной. И там, надеюсь очень, меня смерть не найдет. Следующее свое стихотворение я прочитаю о нашей Твери матушке. Тверь — это столица бывшая, самый громадный в мире империи, самый великий, самый могучий, самый убогий, самый вонючий, самый роскошный, самый бедный, самый душевный, самый вредный. В грязи утопающий, в лени погрязший, в депрессии в черной, надолго увязший. Но мы новые солнце лучи, мы в новых делах, в нас новые знания. Мы ярче прежнего, мы сияем в ночи, и мы победим все земные страдания. Спасибо, мои драгоценные слушатели, чугу, за молчаливое прослушивание моих стихов. Хотел нам сказать. Я не вижу. Thank you.
В мире, где каждый и очень зрячий, где по анафемам, как по насыпям, страсти, где насморком назван плач. Что же мне делать ребром и промыслом певчий, как провод, загар, Сибирь, по наваждениям своим, как помыслом. С их невесомостью в мире гири. Что же мне делать певцу и первенцу в мире, где наичернейший сер, где вдохновенье хранят, как в термосе, с этой безмерностью в мире. Дети, бабушка умерла. Перед смертью она была маленьким прожорливым скелетом, страшнее которого только первые самолеты на Бонштадт-Терфельд. Возможно, ждет она синих драгун из своего детства. Возможно, она испугается, когда заколотит гроб и подумает, что идет гестапо. Она говорила часто увидеть Неаполь и умереть. И не увидела. И умерла. Thank you.
Вот так и повисла в том твоем ящике кошмаров, который никто никогда и не видел. Я почему-то не читала Чака Паланика. И для меня это не драма. Биться за кулисами в отчаянии победил! Каждый год по весне, обрезая ресницы, я выпускаю бабочек-женщину по раковине благодаря Илюше. Вглядываясь в зеркало лысой глазницей, нет ли мой ящик кошмаров? И убеждаюсь, во веки веков и присно, воистину и отныне, и в зеркале, и в трясине, на любой целине. Мне бы как-то порвать с этой бездомной мертвечиной, а то так и лезут из-под всех кроватей в мире, а я оголтела, не могу кричать и шевелиться, и становлюсь чужая в своей квартире. И я люблю каждый труп японской девочки, дорожу каждым мертвым мозгоглазым мальчиком, но когда они чрезмерно начинают впиваться в мои бедные руки, тянут меня в шкаф, я понимаю, что ящик лукав. Только бы не выхватили то самое дорогое, зажатое под грудью согнутыми коленками, тоненькую ниточку моего пустого солнечного сплетения, поддерживающего мою целость. От их хрипа и визга темнеет в глазах, но я учусь видеть и в темноте. Их темные волосы научилась глотать и не тонуть в их темной текучей воде. Они разрывают мой телефон своими звонками, пропущенными, проклятыми. Они назойливо воруют мой сон своими вздохами, повешенными появлениями в ванной комнате, моими наполняющими подсердечными страхами. Они... Они рвут меня на все четыре стороны, чтобы в итоге привести ко мне же. Мои чудовища бережные, спасающие, благодарственные святые. Берегите меня крепче, спасите от скуки, рвите на части, не давая остановиться в собирании себя назад. Каждый раз наугад. Thank you.
ваш батюшка ротниковая водица, матушка, помогите исцелиться, покуда корни наши целы, покуда кроны пушисты. Сросшимися корнями, могучими ветвями, приветствуем мы вас, древнее племя охотников и рыбаков. Отведайте домов наших плодов нами взрощенных. Примите и вы нас, предков с далеких миров. Несите свой крест, свое покаяние. Высь, небеса, наше покаяние! 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 Ну, сюрреалистическая идея происходящего. Она у нас, конечно, не до конца оказалась воплощена, но кое-что удалось передать. Сюрреалистическая составляющая. То, что анифовая паста подходит к концу. Что будет дальше, неизвестно. Это не нефть, не деньги. Это анифовая паста. Самое время задуматься, черт побери, о смерти. Люди перестали думать о смерти. Скоро анифовая паста подойдет к концу. Самое время задуматься. Все. И я, и моя Маша, а на дворе совсем уже темно.
как в самоваре, как кипит страстно, смеется весь, весело в огонок. Молча чай не наливает, и зонь идет, так много обещает. У самовара и я, и моя маска, припускай, и будем до утра.